неспокойно, как синее море. Вот и рыбка, она, как ни странно, золотою окажется вскоре. Мы не думаем делать секрета, получая за сервис улыбкой. Почему же гостиница эта золотой называется рыбкой? Да останется вам другом, если в ней любая дверь для ваших просьб открыта. Но будьте реалистами, ведь правда, что грустней и что смешней разбитого корыта. В нашем деле с приставкою теле смена лиц буйным ритмом влекомых. Тем приятнее в нашем отеле встретить старых и добрых знакомых. Убедит же от рук наш и зритель, все в гостинице строго и чисто. Каждый номер не просто обитель, каждый номер и номер артиста. Гостиница останется вам другом, если в ней любая дверь для ваших просьб открыта. Будь реалистами, ведь право, что грустней и что смешней разбитого корыта. Голубая стихия экрана неспокойна, как синее море. Рыбка голос свой поздно или рано, но должна обрести в теле хоре. Старина, ты включил нас? Спасибо. Лишь экран разгорелся поярче, приплыла к тебе рыбка, спросила: чего тебе надобно, старче? Где же он? Где? Мошенники, подлецы, мошенники. И тогда король сказал: Канадада. Канадада. Неладное что-то творится с этой гостиницей. Непонятно, какие люди здесь появляются, непонятно, куда исчезают. И те-то знают. Никого. Хотя, говорят, по вечерам здесь иногда открываются окна, слышатся голоса, звуки рояля. Гостиница явно пошаливает. И поделать с этим ничего нельзя. В самом деле, казалось бы, мы хорошо знаем нашу землю, но, тем не менее, вопросы все-таки возникают. Вопросы эти группируются достаточно узко, и круг их не так уж и широк. Ну, например, существуют ли до сих пор потомки динозавров? В частности, мы рассказывали вам о известном озере Лох-Несс и о знаменитой Несси. Правда, вопрос до сих пор остается открыт. Жив ли снежный человек? Живет он, есть он, или его никогда не было и нет? Либо посещалась ли наша планета когда-нибудь инопланетянами? Вы что-нибудь слышали о летающих тарелках? Верить? Я знаю, что не очень. Жаль, потому что я прилетел сюда именно на ней. И
Я гуманоид с планеты Сириус. У меня задание установить с вами контакт. Возможно ли это? Не торопитесь с ответом. Послушайте мой рассказ. Свои контакты я начал устанавливать с утра. Я подошел на улице к прохожему и сказал: я хотел бы вступить с вами в контакт. Он испугался. Почему со мной? Я сказал: потому что нас интересуют ваши люди. Он совсем испугался. Кого это вас? Откуда вы? Что вы здесь делаете? Я сказал, что выполняю особое задание. Я говорю: тебе сейчас такое задание устрою, шпион проклятый. Я сказал: вы ошибаетесь, я не шпион. Я с планеты Сириус. Все равно, говорит, не имеешь права на улице к людям приставать. Приводи свою сириусскую делегацию на завод. Устроим вечер дружбы. Будет контакт. Я подумал, что здесь мужчины не так контактные, решил подойти к женщине. Я выбрал молодую девушку и сказал: девушка, мне хотелось бы с вами наладить контакт. Она покраснела, сказала: нахал. Я подумал, что здесь не принято контактировать на улицах. Я решил зайти в помещение. Я выбрал магазин книги. Там, где книги, там должны быть мыслящие существа. Я зашел в кабинет главному мыслящему. Сказал, что хочу с ним установить контакт. Он закрыл дверь, стал спрашивать, кто вас ко мне прислал. Я сказал: меня прислал Сириус. Тогда он закрыл форточку, почему-то шепотом стал спрашивать: Сириус? Разве он уже вышел? Я сказал: Сириус давно вышел на орбиту. Тогда, говорит, передайте Сириусу, что сейчас не до контактов, кругом ОБХСС. Я опять ничего не понял. Я понимал, что я делаю что-то не так. Что именно? Я вышел в сквер, сел на скамейку. Я стал детально анализировать каждое действие, каждую фразу, каждое слово. Когда я погрузился в раздумье, ко мне подошли двое. Они сказали: законтачим? Я обрадовался. Я спросил, что для этого нужно. Они говорят: рубль давай. Надо контакты промыть. С рублем сегодня контакты уже не промоешь. Я опять ничего не понял. Я небольшим усилием сделал этот металлический знак, который ходит здесь в обращении. Они куда-то ушли, потом принесли бутыль, кстати говоря, ужасный какой-то на вкус жидкости. Я чуть-чуть попробовал, потом задал вопрос, почему с людьми так трудно наладить контакт. Я сказал им, что контактов ищу сегодня с 9 утра. Они сказали: с 9 рано. Компанию надо только с 11 искать. Не с 11, а с 14. Очень долго летел, видно. Я спросил, можно ли без компании вдвоем? Они говорят: вдвоем можно только в получку, иначе дорого. Я стал спрашивать, что такое получка? Один сказал: бедняга, никогда получки не видел. Видно, жена все отбирает. Второй сказал: жаль человека. Я им стал объяснять, что я не человек. Я гуманоид. Они с интересом меня стали рассматривать. Гуманоид? В гуме работаешь? Я говорю: нет, я пришелец. Я пришелец с другой планеты. Один сказал: Федя, пришельцу больше не наливай. Ему и так хватит. Я стал говорить, что действительно, я инопланетянин. Я могу это доказать. Хотите, сказал, я поменяю свой цвет. Я могу стать фиолетовым, сиреневым, лиловым. Они засмеялись. Подумаешь, ака невидаль. Поглядел бы ты, какие мы в понедельник на работу выходим.
такого цвета вообще не бывает. Я им сказал, что владею телепатией, умею читать мысли, могу сказать, о чем они думают. Они говорят, давай. Я говорю, вы думаете, где бы еще достать этой жидкости? Они засмеялись, тоже мне телепат. Да мы всегда думаем об этом. Скинемся еще. И отказался, они сказали, мы пошли, у нас обеденный перерыв кончается. Я стал кричать, стойте, как же наши контакты? Они мне на это произнесли какую-то странную и очень короткую фразу. Возможно, я не с теми встречался. Только все равно я хочу понять, почему с людьми так трудно наладить контакт. Я здесь многое понял. Я понял, что здесь у каждого своя жизнь, свои проблемы, свои заботы. Значит, получается, что милые, симпатичные существа сегодня не могут найти друг для друга несколько минут, чтобы не устраивать личных дел, ничего не выбивать, не доставать, чтобы просто так, совсем незачем, пообщаться, почувствовать, что ты живешь. Или это на земле сделать некогда? Этого не может быть. Люди, гуманоид с планеты Сириус ищет с вами контакта. 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 Что-то случилось, нас все покидают. Старые дружбы, как листья, опали. Что-то тарелки давно не летают. Снежные люди куда-то пропали. А ведь летали над нами, летали. А ведь кружили по снегу, кружили. Добрые феи над нами витали, добрые ангелы с нами дружили. Добрые ангелы, что ж вас не видно? Добрые феи, мне вас не хватает. Все-таки это ужасно обидно знать, что никто над тобой не летает. Лучик зеленой звезды на рассвете, красной планеты ночное сияние. Как мне без вас одиноко на свете? О, недоступные мне марсиане, снежные люди. Ну что же вы, где вы, о, белоснежные, нежные девы? Дайте мне руки, раскройте объятия, о, мои бедные сестры и братья. Грустно прощаемся с детскими снами, вымыслы наши прощаются с нами. Крыльев не слышно уже за спиною, робот храпит у меня за стеною. Это было с человеком, назовем его наш герой. Это было
Нужно вам знать, что как раз в то время начались строжайшие преследования всяких взяток. Однако преследований наш герой не испугался, а обратил их тотчас в свою пользу, показав тем самым просто русскую изобретательность, являющуюся, правда, только во времена прижимок. Ну да уж ладно, не в этом дело. А дело у нашего героя было устроено вот как. Как только являлся в канцелярию проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского. Князя Хованского, как выражается у нас на Руси. Нет, нет, говорили ему, что вы думаете, что я? Нет, теперь это наша обязанность, наш долг. Уж будьте покойны, завтра же, завтра все будет сделано, будет доставлено прямо к вам на дом. Позвольте узнать вашу квартиру. Проситель возвращался домой чуть ли не в восторге. Вот, наконец, человек. Каких нужно поболее. Вот просто драгоценный алмаз. Ждет проситель день, ждет второй. Дело на дом почему-то не приносит. На третий тоже. Проситель в канцелярию. А дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. Ах, извините, очень учтиво. Ах, извините, у нас было столько дел. Очень вежливо. Завтра же с поклоном обязательно. Завтра же. С поклоном и с руками. Завтра же все будет сделано. Право мне даже совестно. Сама учтивость, старание. Иногда наш герой даже краснел. Но не завтра, не послезавтра, не на третий день, ничего. Проситель, наконец, берется за ум. Узнает еще раз. Так может, надо? Конечно, говорит, надо. Писарям. Извольте, я готов. Четвертак, другой. Нет, не четвертак, а по беленькой. Писарям, по беленькой. Что вы так горячитесь? Оно так и выйдет. Писарям достанется по четвертаку, а остальное пойдет по начальству. И бьет себе по лбу недогадливый проситель. И бранит, на чем свет стоит. И бескорыстие чиновников, и преследование взяток, и вежливые обращения. Обязательно с поклоном и с руками. С поклоном и с руками. Прежде было знаешь, по крайней мере, что делать. Привез правителю красненькую и дело в шляпе. А теперь по беленькой. Да еще неделю провозишься, пока догадаешься, черт бы их драл. Черт бы. Проситель прав. Проситель, конечно, прав. Но зато теперь нет взяточников. Нет? Все правители дел честнейшие и благороднейшие люди. Вот только секретари да писаря. Вот те мошенники и подлецы. Мошенники и подлецы. Кто бы это мог быть? И откуда? Можно, конечно, предположить, что золотая рыбка, но ведь и с ней не все ясно. Еще в 17 веке на придворном балу во дворце короля Карла II двое философов вдруг громко заспорили о загадочном явлении. Почему вес чаши, в которую опускают золотую рыбку, не становится больше? Прервав бал, Карл тут же велел принести весы, чашу и золотую рыбку. Взвесили. Оказалось, что вес чаши с золотой рыбкой больше, чем без нее. И тогда король сказал философам: прежде чем спорить о причинах загадочных явлений, надо выяснить, а существуют ли они вообще? И бал продолжался. Вот так-то. Ну что это за танец? Ах, какой прелестный танец! Прекраснейший из танцев! Наш менюет.
Ах, ну что это за танец? Ах, какой прелестный танец! Прекраснейший танец! Бал во дворце еще раз. Ах, ну что это за танец? Ах, какой прелестный танец! Прекраснейший из танцев! Наш тебя же на сцене ждут, а мне еще гримировать тебя. Ну-ка, переодевайся сейчас же. Не пойду. Слуг больше играть не буду. Прекраснейший станция. Наш Мерлин, наш Мерлин, наш Мерлин. Бал во дворце еще раз. А на товарищеском суде обещал всю зарплату отдавать жене. Мало ли что обещал, и сегодня как получил зарплату. Так и смылся. Что мы этот проклятый танец весь вечер будем танцевать? Я на телевидение опаздываю. Ах, какой прелестный танец! Андрей Степанович, вы как председатель мискома должны применить ему самые крутые меры. Прекраснейшие станцы. Товарищи, нельзя же так, а может быть у него уважительная причина? Знаем мы его причину. Ах, какой прелестный танец! Прекраснейшие станцев. Наш минуэт. Минуэт затянут вообще-то. Но в этом что-то есть. Я бы сказал, гипнотическое. Хорошо танцует, ничего не скажешь. Вот смотрю, и нервы у меня успокаиваются. Ну вот, а ты не хотел в театр идти. Прекраснейший станция. Готов, уже на выходе. Что? Пусть готов. 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 Ну, дам я ему жизни.
величество, вырвет с важной вещью. Вестью прибыл герцог Луазье. Прибыл герцог с поля битвы. Спектакль больше не занят. Уйдет и пропьет всю зарплату до копейки. Наше войско разбито. Постой-ка, милейший. Простите, вы мне? Тебе. Тебе, милый. А ну иди сюда. Да нет уж, я лучше пойду. С вашего позволения. Стража взять его. Шпион, наверное. Где шпион? Еще раз выход герцога. Давай. Договорились ведь мы, что ты будешь отдавать жалование жене своей праведной Людмиле. Да дал я ей все до копейки. Не верю! Позвать сюда Людмилию. Зато раз и навсегда решишь вопрос, Геннадий. Ничего, ничего, не волнуйся. Пойди в образ, забудь о зале, и сцена тебя примет. Ведь не зря же столько лет здесь работаешь. Ой, я справлюсь ли, смогу. Конечно, конечно, справишься. Давай, давай, давай. Иди. Ой. Люда. Нет. Иди. Люда. Нет. Тоже мне балерина. Встань, дитя мое. Скажи прелестной Людмиле, отдал ли муж тебе деньги, полученные сегодня в казне? Не отдал, государь, не отдал. Как только получил сегодня в казне. В казне. В казне, так и не отдал. Вот только что пришел. О, милостивый государь, нет сил у меня больше терпеть все это. Совсем извелась я, не о себе думаю, а о детях наших. Помоги образумить его, милостивый государь. Людмила Михайловна, что вы? Ради бога, встаньте. Что вы делаете? Отдай сейчас же деньги жене своей. Праведной Людмиле,
Отдай сейчас же. Не отдам. Почему? Потому. Людей хоть бы постеснялся. А что мне люди? Им что, пришли, ушли? Им до меня дела нету. Как это нет дела? Ты смотри, жену до чего довел! Из-за таких, как ты, сколько горя люди терпят! Опять ты вмешиваешься! Тебе что больше всех надо? Забыл скандал в универсаме! Правильно он говорит! Верно говорит, он верно! Дай деньги жене! Дом поговорим. И еще! Дай слово, что просишь пить! Правильно! Пусть дает слово! Дай слово, что просишь пить! Да что вы? Как же так? Сразу? Только так! Здесь дело принципа! Раз нормально пить не можешь, брось совсем! Ты еще в рот капли не возьмешь! Ладно. Даю слово, что не буду пить. На работе. На работе он пить не будет. Ты что нам, одолжение делаешь? Да? Клянись, пташок. Ну, клянись. Геннадий Иванович, дайте им честное слово, что завяжете. Тише! Тише. Для актера клятва на сцене священна. Что наша жизнь? Игра. Гена, ты не играй, ты правду говоришь. Правду говорю. Честное слово. Завязываю с сегодняшнего дня и навсегда. С моей точки зрения, эта картина еще и в значительной степени научно-популярна. Обычно кинопанорама не обращается к документальным лентам. Это предмет рассмотрения других телевизионных программ и передач. Но, возможно, в будущем мы и будем показывать подобного рода полезные документальные ленты. Мошенники и подлецы, мошенники и подлецы. Но вот нашему герою представилось поле гораздо пространнее. Образовалась одна комиссия по построению капитального, весьма казенного строения. В эту комиссию он и пристроился, и оказался одним из деятельнейших членов. 6 лет возилась комиссия около здания, но климат, что ли, мешал? Или материал уж был такой? Но только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города оказалось у каждого из членов комиссии по красивому дому гражданской архитектуры. Но, видно, грунт земли там был получше. Ну, да бог с ним. Пусть читатель-охотник сам досочинит. Впрочем, это ведь только в провинциях водится, в столицах этого не бывает. Тут, если явится у кого в 3 года 2 дома, так все от чего? Все от честности. Не так ли? Нравственность. Нравственность страждет. Вот что главное. Ну, ведь нравственность вещь относительная. Что вы разумеете под именем «относительное»? А то, что каждый нравственность меряет относительно к себе. Ведь как обычно каждый из наших братьев говорит со своим подчиненным? Свысока говорит, старайтесь исполнить долг свой относительно Бога, Государя, Отечества. А ты уж там сам себе разумей. Относительно чего? И вот только тут
Наказалось, что герой наш всегда не был чувств разных наслаждений, завел хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Но вдруг на место прежнего начальника был прислан новый. Ну и что он, собственно, хотел этим сказать? Странный посетитель. Впрочем, какова гостиница, таковы и постояльцы. Есть тут еще один. Со сдвигом во времени. Извините, вы мистер Марк Твен? Да. Разве этого сходства недостаточно? Но если вы действительно Марк Твен, чем еще вы можете это доказать? Когда я появился на свет в 1835 году, я сразу же обнаружил у себя чувство юмора. Оно сопровождало меня всю мою жизнь, и надеюсь, что оно не покинет меня до моих последних дней. Благодарим вас, ваши доказательства приняты, мистер Марк Твен. Многие утверждают, что юмору можно научиться. Что вы думаете по этому поводу? У меня никогда не было школьной практики в этом вопросе. Вообще школа как-то не принимала активного участия в моем образовании. Я думаю, юмору научиться нельзя. Еще вопрос, мистер Марк Твен. Говорят, что ваши книги были запрещены в ряде городов Америки. Да, это верно. Гекльберри Финн был запрещен в штате Массачусетс и в некоторых других штатах. Мистер Твен, золотая рыбка дает вам возможность исполнить любое желание. Какое ваше самое большое желание? Я бы хотел встретиться с моими коллегами в вашей стране, с молодыми журналистами. Ваше желание исполнено, прошу вас. В вашей настоящей жизни кто вы, принц или нищий? Я наблюдатель. Наблюдатель их обоих. Но мое сердце всегда было с нищими, и я всю жизнь хотел, чтобы они стали принцами. Любой человек в этой жизни является принцем. Все мы важны на этой земле. Мистер Твен, что бы вы хотели пожелать молодым телезрителям нашей развлекательной программы? И я пожелал бы им слушаться своих родителей. Особенно, когда родители находятся с ними в одной комнате. И последний вопрос. Как вам удалось так хорошо сохраниться, ведь вам уже за 150? Это очень просто. Всю свою жизнь я выкуривал не более одной сигары за один раз. И потом меня вдохновляла моя любовь к Марку Твену. Профессор Билл Маклин, известный американский исследователь творчества Марка Твена. Большое спасибо, сэр. Но вдруг на место прежнего начальника был прислан новый. Человек военный, враг взятошников и всего, что зовется неправдой. На другой же день он пугнул всех до едино, потребовал отчеты, заметил недочеты, недостающие суммы, увидел дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отстранены от должности, всех распушил, нашего героя более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось новому начальнику. Бог ведает почему, но не возненавидел он его насмерть. Генерал был такого рода человек, которому, если в голову входила мысль, то она была там все равно, что гвоздь. И ничем ее нельзя было оттуда вытеребить. Ну что ж, зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем, горю не поможешь, нужно дело делать. И снова наш герой погрузился на дно. Переехал в другой город, а там надо было приводить себя в известность. 2-3 должности сменил, а должности грязные, низкие. Но с раннего утра до позднего вечера, не уставая ни телесными, ни душевными силами, он писал весь погрязнув в канцелярские бумаги, спал на столах, обедал подчас со сторожами. Труден был его путь, трудна была его дорога. Вот он, весь герой наш, перед вами. Кто же он относительно качеств нравственных? Ну, то, что он не герой, исполненный добродетели и совершенства, это видно. Ну, кто же он? Подлец? Ну, зачем так быть строго к другим? У нас теперь подлецов нет. Нет. У нас есть люди благонамеренные, приятные. А тех, которые... 1-2, не более.
Справедливее назвать было бы его хозяин. Нет, приобретатель. Приобретение вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. Однако зачем, говорит свет, выставлять это? Разве мы и сами не знаем, что много есть глупого, презренного в жизни? Зачем выставлять дурное? Почему же не выставить хорошее, достойное подражания? Зачем? Странный вопрос, зачем? Много можно сделать и таких зачем? Не знаю, но почему-то мне становится грустно, когда я слышу подобный вопрос. Вы не хотите знать, что без глубокой сердечной исповеди, без сознания грехов своих, без преувеличения их в собственных глазах наших, не в силах мы возлететь душой превыше презренного в жизни. Пусть глух остается человек, пусть сонно проходит жизнь свою, пусть не содрогается, пусть не плачет в глубине сердца, пусть не сведет до такого усыпления свою душу, когда уже ничто не произведет в нем потрясений. Нет. Холодный эгоизм движет устами, произносящими такие речи, а не святая, чистая любовь к Отечеству. Прощайте. Прошу прощения, но ваше время истекло. То есть как, передача уже закончена? Наоборот, передача только начинается. Да? Да. И какая же у вас передача? Прямая, как всегда. Добрый вечер, дорогие друзья. В январе этого года наши завсегдатаи Мишка, а? Какой элегантный. Да. А где он сейчас? Он на вечерней съемке есть. Утренней почте. Здесь, в кабачке, для того, чтобы выяснить и вспомнить, кому первому пришла идея заглянуть в кабачок 13 стульев и что ему здесь было надо. Вам не кажется, что слишком витиевато, говорит Михаил Михайлович? Вот когда я был ведущим... Ну, тоже вспомнили, когда это было. Это было много лет тому назад. Много! И три месяца. Я точно знаю, у меня же бухгалтерская профессиональная память. Минуточку, Виктор Алексеевич, не мешайте, дайте посмотреть. Это же наша история. Что за прелесть это Таня Чарльстон, заявляет пани Зося и Дагмар Фридерик. Вот я всегда говорил Варечке Шарыкиной, чтобы хорошенько учила песни. Видишь, смотри, не попадает в фонограмму. Да. Кстати, с тобой тоже это случалось. Спартак Васильевич, а вы знаете, как это нелегко. Ну, в общем-то, знаю. Сам неоднократно не попадал. Вот именно. Я так и знал. Добрый вечер, пан директор. А что такое вы знали? Опять эти бесшабашные песни, пляски, когда вы научитесь культурно отдыхать. Вот о вас в газетах уже пишут. Что дальше происходило в этой гостинице, никому не известно. Но известно, что происходило в кабачке 13 стульев.
Он управляющий, да, просил подготовить новые обязательства по ремонту обуви. Ну, раз нужно, выработаем новые. Не просто новые, а повышенные. Мобилизуемся и сделаем повышенные. И не просто повышенные, а эти такие бьющие не в бровь, а в этот... В глаз вдарим, напряжемся и вдарим. Что-то вы так легко на все соглашаетесь, уважаемый пан Вотруба. А если... Скроем резервы. А если... Разожжем узкие места. А вдруг? Засучим рукава до самых плеч и сделаем. Пан, да не беспокойтесь, да? Не первый год чиним обувь. Вот это меня и настораживает. Ну ладно, значит, какие будут предложения по количеству отремонтированной пар обуви? Да. Только не с потолка, да, а реальные. Что? 100 000 пар. Нет, это не чувствую размаха, уважаемый пан Вотруба. Предлагаю 1 000 000. Ой. Что ой, с вами? Куда-то валидол запропастился. Вот именно 1 000 000 и не пары меньше. Но же немыслимо, пан директор. Но откуда мы возьмем столько заказов на ремонт? А если пошевелить еще? А чем теперь-то пошевелить? Той же извилиной. Вы за прессой следите? Периодически. Тогда вы должны знать, что соседний трест обязался в этом году выпустить 10 миллионов пар обуви. Нет, я, конечно, читал. Да. Но, попадя, извините, как-то не увязал. И напрасно. Соседний трест выпускает 10 миллионов пар обуви. Так. Но здесь каждая десятая пара, как пить дать, плохо изготовленная, поступает к нам в ремонт. Значит, наша. Правильно. Пан директор, вы, да, правы. В таком случае имею... Встречные предложения. Давайте. 2 000 000. Но этого хватило. Ничего, пан директор, ведь после каждого нашего ремонта клиент, как правило, снова приходит в нашу мастерскую. Ремонтировать эту же обувь. Совершенно точно. Мы выписываем ему на повторный ремонт еще одну квитанцию. И вот он, пожалуйста, 2 000 000. Гениально, пан Вотруба, пан Беспальчик, пиво. Вот чего можно достичь, если как следует пошевелить этой, как ее, извилиной. Это точно, пан директор. И особенно, ежели 2, да сразу. И все-таки, Спартак Васильевич, мы порой мелковато плавали. Вот ежели б сейчас, мы бы вдарили. Думаете, смогли бы? Ну, приналегли и вдарили бы. А если? Вскроем резервы. А вдруг? Засучим рукава. Неисправимый вы у нас, Виктор Алексеевич. Александр Борисович. А? Александр Борисович. Да? И откуда вот он у нас появился, такой неуемный? Ах, Спартак Васильевич. Кто такой Виктор Алексеевич, вы и сами прекрасно знаете. А вот откуда появился счетовод Вотруба, вы, возможно, и забыли. Счетовод Вотруба появился на страницах чешского сатирического журнала «Рогач». И уже оттуда, как персонаж, пришел к нам в Купачок. А виноваты в этом вы. Я как сейчас помню, как... Ну, это много лет тому назад. Вы заманили нас в этот Кабачок. Он, правда, тогда не назывался «13 стульев». Совершенно верно, Ольга Александровна. А пригласил я вас, потому что давно хотел познакомиться со своими друзьями, персонажами юмористических журналов социалистических стран. С Терезой, Владиком, Зосей, профессором, Беспальчиком. Беспальчика привел в Кабачок уже Михаил Михайлович Державин. Скажите, откуда взялось имя моей Катарины? Из немецкого журнала «Ойленшпигель». Кстати, там же была прописана и Моника. Разве? А я всегда думала, что это шведское имя. Ну, в Швеции она пришла в твою честь, Ольга Александровна. Спасибо. А откуда взялся директор? Из рассказа румынского сатирика Сади Рудиано. Скажите, а в таком случае откуда пришли Тереза и Владик? Владик из польских шпилек, а Тереза из болгарской сатирической газеты «Стыршел». Получается, что до встречи в Кабачке они не были мужем и женой? Они даже не были знакомы. Подумайте, какое роковое стечение обстоятельств. Да, особенно для Владика. Так что, друзья, наш Кабачок родился как истинно интернациональный. В нем собрались персонажи разных стран. Правда, в тот далекий вечер они еще не знали, что, сойдя со страниц юмористических журналов, они, благодаря вам, превратятся в живых людей своими огорчениями, радостями, со своими смешными неурядицами и трогательными заботами.
что не помешало нам на долгие годы стать добрыми друзьями. Всем пламенный физкульт-приветик! Ой, сделайте, пожалуйста, поярче. Вот пришел Волынцев. Сейчас появлюсь и я. Добрый вечер, моя красотулечка. Ужасно я по тебе соскучился. Неужели? А по-моему, ты вообще забыл, как меня зовут. Да что ты, моя дорогая. Я все помню, все. Не смеши меня, дорогой. Ты все помнишь. Все про все, мое солнышко. Да? А помнишь ли ты наши долгие прогулки, рука в руке, когда мы медленно ходили вдоль берега моря, и сосны приветливо махали нам своими ветвями? Ну еще бы, да я... Когда наши шаги звучали, как удары наших сердец, а теплота наших рук говорила о безграничной преданности и верности друг другу. Ну, разумеется. А помнишь ты те далекие прекрасные вечера, когда мы, пьяные от счастья, бегали по изумрудным лугам, и нежный ветер ласкал наши загорелые лица? Ну, естественно. Так помнишь ли ты все это, а? Да я, да? Дорогая, я... Так это... вот, дорогой, что касается меня, то знай, что я давным-давно обо всем этом забыла. Желаю тебе дальнейших успехов в тройных прыжках. Дорогая! Я только что получил новёхенький мотоцикл. Помнишь, как мы с тобой когда-то по изумрудным лугам? Нет, дорогой, на мотоцикле не помню. Возможно, я еще кое-что и вспомнила бы. Ну, будь это хотя бы Фиат. А так, извини. Чао. Ведь это ж надо. Все мы с улыбкой вспоминаем сны нашего детства, вздыхает пани Катарина и Мирабелла Дауэр. Само совершенство, да. И я у ваших ног. Поздно, дорогой Юра, поздно. Не надо было 15 лет морочить мне голову, верно? Здесь, вот в этом кабачке, причем в присутствии свидетелей. Ну, Наташа, вот это жестоко. Это жестоко. Вы так считаете? Я так считаю. И вы тоже так считаете? Мы все так считаем. Ну, хорошо. Тогда я даю вам шанс на исправление, хотя бы частичное. Да? Каким образом? А вот каким. Вы сейчас споете мне песенку, причем своим голосом, верно? Своим голосом. Ну что ж, с удовольствием. Чего только не сделаешь ради прекрасных дам. Прошу вас. Thank you.
Стою огорошенный, стою огорошенный, стою огорошенный, забыв про дела. Такая хорошая, такая хорошая, такая хорошая, и мимо прошла. На сказку похожая, на сказку похожая, на сказку похожая, сверкнула лучом. Такая хорошая, такая хорошая, такая хорошая, а я ни при чем, как движется плавно. Какие черты, вовек не видал я, вовек не видал я, вовек не видал я такой красоты. Спешат все прохожие, спешат все прохожие, спешат все прохожие, а я никуда. Такая хорошая, такая хорошая, такая хорошая, ну просто беда. Стою огорошенный, стою огорошенный, стою огорошенный, обиду тая. Такая хорошая, такая хорошая, такая хорошая, да жаль, не моя. Пусть год потерплю я, пусть два потерплю, но точно такую, но точно такую, но точно такую машину куплю. Наташенька, извини, шутка. Нет, Юра, вы просто неисправимы. Наташ, вот могла бы, как в старые наши добрые времена, вот сейчас вот просто, просто встать и спеть. Сейчас? Без подготовки, без репетиции? Нет, нет, я не рискну. Ну, Наташа... Ну, нет, пусть... нет, 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 вот, Рудольф Григорьевич, вы попросите Валечку Шарыкину, она смелая. Валечка? Валечка? Ну? Что ж, можно рискнуть, я готова, только мне нужно услышать один куплет. Как хорошо, когда после долгого пути тебя встречают огни родного города. Алёшенька, спасибо большое. Незачем было тормозить на скользком асфальте. Я стал тормозить, когда ты схватилась за руль. Я схватилась за руль, когда тебя стало заносить. Меня стало заносить, потому что ты потянула ручной тормоз. Я потянула ручной тормоз, потому что ты понёсся как сумасшедший. Ну, милая моя, знаешь, я... понесся как сумасшедший, чтобы уйти от «Жигулей», которые ты обругала. Я обругала «Жигули», потому что, когда мы их обгоняли, его владелец посмотрел на меня и постучал пальцем по лбу. Он постучал пальцем по лбу, потому что ты высунула правую руку, будто нам надо было повернуть направо. Я же высунула правую руку, чтобы указать тебе, в какое дерево мы врежемся, если ты будешь так идиотски ехать. Но мы же врезали совсем в другое дерево. Мы приветствуем вас, голуби наши воркующие. Так, вы там только скажите, вы сейчас кто? Вы Тереза и Владик, или вы Зелинский и Ткачук? Понятия не имею. Вы знаете, лично я уже давно все перепутал. Но одно знаю точно. У меня никогда не было машины. Это хобби вот Зои Николаевны. А лично я абсолютно уверена в том, что у меня ангельский характер. А, ну, тогда мы точно знаем, что сейчас вы Зелинская и Ткачук. Возможно, хотя поручиться не могу.
За Зою Николаевну. Ну, Роман Денисович, незачем было тогда на мне жениться. А как, вы что? Что, мы разве жена? Я имею в виду наших персонажей. Ну надо выбирать выражение, Зоя Николаевна. Моя жена, возможно, как раз сейчас смотрит телевизор. Да? Скажите, а вот сейчас вы женились бы на Терезе? Ни за что. Вы это говорите как Ткачук или как Влада? Как оба вместе. Лично я абсолютно уверена в том, что наш многолетний семейный дуэт был очень удачным. Совершенно верно, Зоя Николаевна. И вот лучшее тому подтверждение. «Хелло, Долли» в исполнении известного квартета в составе Дануты Рин, Богдана Чижевского, Терезы и Владыка. Hello. Dolly, well, hello. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell. Dolly, we can tell. Dolly, you're still growing, you're still growing, you're still going strong with the boom. Swaying for the band. Playing one of your old barn songs from way back when. So take her up, fellows, find her and fill up. Fellows, doll, we'll never go away again. Hello, dolly, tuck, hello. Dolly wciąż słyszymy ją i w radio, i w TV. Czy chcesz, czy nie? Dolly śpiewa świat. Dolly, więc my też natychmiast, gdy zagrają, Dolly nam Sinatra chce. Dolly, Armstrong też. Dolly, może pan lub pani razem z nami Dolly. Że Dolly podbiła już syty, więc śpiewajmy, póki modna jest. A wy, вероятно, nie pamiętacie, że w pierwszych wypuskach naszego kabaczka nasi personaże sami nie pieli. W to время my приглашали profesjonalnych певców z Bułgarii, Польши, Чехословакии, Югославии. У нас побывали Джорджи Марьянович, Здислава Сосницкого, Марили Радович, Анна Герман. Но, вероятно, Саша, в то время наши персонажи и не подозревали, что смогут с успехом заменить их. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Да, но я право не а знаю. А что такое? Как вам сказать? Вот это вам ни о чем не говорит. Уважаемый доктор, будьте кабачке на Садовой вечером по 13-е. На этот раз приду обязательно ваша М. Ну, из всего этого я поняла только то, что вы в кабачке на Садовой, и сегодня 12-е. А доктор, это вы? Да, доктор Прутниковский, к вашим услугам. Неужели это не пан профессор? У меня всегда было такое ощущение, что я еще не родился, а он уже был магистром всех смехотворных наук. Как видите, он отрекомендовался простым доктором. Научные идеи у него, правда, есть, но он их хранит пока в чужих головах. А кто такая эта ваша М? Так я понятия не имею. Ну тогда извините меня, ничем кроме кофе и пивом помочь вам не могу. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Боже мой, вот она, нынешняя продукция, а? В прежних зеркалах я выглядела намного лучше. Все мужчины по мне с ума сходили. А вы пейте молоко, и у вас будет цветущий вид. А зачем же мне такие искусственные средства, когда у меня есть пудра и помада? Кстати, если вы так любезны, что даете медицинские советы, скажите мне, пожалуйста, вы не видели здесь доктора Тупниковского?
Он мне назначил здесь свидание. Он вам? Да. Ну, а да. Что вы считаете? Что, мне уже никто не может назначить свидание? Нет, нет, просто что? Я лично никому свидание не назначал. Вы? Так это вы, доктор, боже мой, я вас сразу узнала. Как только я вошла, я сразу вижу он. Нет, вы ничуть не изменились с тех самых пор. С каких пор? А вот мы сейчас посчитаем. Кофе, пожалуйста, нам с паном доктором. Вы, наверное, удивитесь. Неужели это было 13 лет назад? Ну, да, Боленька, да. В таком случае. Сегодня-то пока школьная подруга пана доктора. Сейчас они с удивлением обнаружат, что не виделись 19 лет. Прошу вас. Спасибо. Спасибо. Ну, проказник, как вы находите меня? Простите, но я... Ах да, я, пожалуй, лучше все-таки сниму шляпу. Но мне так не хотелось показаться вам страшилищем. Вы научные сотрудники, ко всему относитесь так критически. Я зашла в парикмахерскую. Но вы же знаете наши парикмахерские. Там легче голову сложить, чем уложить. Вот. Боже мой. Моника! А вы еще сомневались. Какая удивительная встреча. Как же вам удалось меня разыскать? Ну, это же так нетрудно. Вы так известны в этом городе. Моника! Постойте, постойте, постойте. Да? Сколько же мы с вами не виделись? 19 лет. 19 лет, да. Боже, невообразимо. Да, я и сама не понимаю, как я могла так долго не видеть вас. Моника! Петр! Моника! Петр! Ты, по крайней мере, счастлива. Ну, как тебе сказать? У меня дочь, Ольгица. Весной большая дочь, весной она уже получает аттестат зрелости. О, совсем взрослая. Что ты, она выше меня на целую голову. И ты знаешь, Петр, у нее... Твои глаза, да такие большие, задумчивые, серьезные. Мои глаза? Ну, прости, пожалуйста, как это могло получиться? А, нет, нет, ну просто, очевидно, повлияла безумная тоска по тебе. А потом, может быть, я слишком часто смотрела на твою фотографию. Ну, не надо, Моника, ну, не тревожь себя с таким трудом завоеванного покоя. Боже мой! Какая я была дура! Как поздно я поняла, что настоящий человек, настоящий мужчина, это медик. Это человек, который единым прикосновением стетоскопа приносит человеку облегчение. Мое единственное утешение в том, что моя дочь Ольгица будет похожа на тебя. Представь себе, Петр, у нее к медицине настоящее призвание. Она, как и ты, хочет быть доктором. Да ну... Нет, я понимаю, что могут возникнуть всякие затруднения с поступлением в институт. Ты сам знаешь, что такое у вас там творится. Но если бы ты захотел ее взять на свой факультет... Да, но я же не медик. Ты же доктор. Доктор, но экономических наук. Экономических? Ничего. Экономика это тоже очень важная вещь, особенно в домашнем хозяйстве. Целее деньги будут. Эй, Петр, так называется песня, которая поет наша Моника, ей помогает петь польская певица Рена Рольска. Małym mieszkał Piotr za laskiem z 7 brzóz. Od życia nie chciał wiele, odbrał to, co dzień mu niósł. I miał Piotr oczy, jakich nikt nie widział tam od lat. Kochali się dziewczęta w nim i mu śpiewały tak. Ej Piotr, ej Piotr, skąd ty masz te oczy? Ej Piotr, ej Piotr, tyś nas zauroczył. Mam Boża ludy, no przez ciebie Piotrze. No powiedz mi, kto mi pędzy oczy. Ej Piotr, ej Piotr, ej Piotr. Straszny z ciebie łotr.
dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im. A lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość, bo je drażniło to, że w oczy te wpaść mógłby ktoś, a wciąż niczyje są. Ej, Piotr, ej, Piotr, skąd ty masz te oczy? Ej, Piotr, Piotr, tyś nas za uroczy. Mam w oczach góry, to przez ciebie, Piotrze. No powiedz mi, kto mi te łzy otrze? Ej, Piotr, ej, Piotr, ej, Piotr. Страшно с тебе лом. Аж раз ще смял Петр, так як звикл, а обок пришел ктось. И еще з нас не ведял никт, же то есть власне то. А Петр зрозумял всичко в лед, и минул день чи два. И каждый видел з нас, же Петр dziś inne oczy ma. Ej, Piotr, skąd ty masz te oczy? Ej, Piotr, ktoś cię zauroczył. Masz w oczach łzy, no leci tak, Piotrze. No powiedz mi, kto ci te łzy otrze? Ej, Piotr, страшный с тебе лоб. Эй, Петр! Да, Боренька, давно это было. Ой, сколько лет мы с тобой знакомы. Вместе ведь в театральной школе учились, на одной парте даже сидели, помнишь? А теперь тебе уже 55. Да, и тебе уже скоро 38. Время, как быстро бежит время. А ты знаешь, я так тебе благодарна, ведь моя дочь закончила экономический факультет. Я поняла, что экономика это очень важная вещь в хозяйстве. Она с большим успехом закончила, работает сейчас в службе быта. Экономистом? Почти. Она маникюрши работает, но очень довольна. Дочку воспитывает. Это внученька моя Маришенька, хорошенькая девочка. Тоже уже скоро заканчивает школу. И, ты знаешь, мечтает попасть на твой факультет. Как? И она тоже? Конечно. Это же наследственное. Нет, ты не пугайся, пожалуйста. Но, ты знаешь, вот... Точно. У нее точно твои глаза. Вот такие же умные, такие задумчивые. Но у нее-то почему же? Ну, что ж такого? Ну, вот это бывает. Ну, наверное, она как-то очень часто смотрела, да, с тобой по телевизору. Значит, это бывает. Ученые говорят, что это действительно случается так. Ну, я тебя прошу, возьми ее на свой факультет. Пожалуйста, а? Ну, мы же друзья с тобой. Правда? Старые друзья... А дружба, она не стареет, да? Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да, ну я прошу тебя. Ведь все как прежде. Да-да. Все как прежде. Все как прежде. Все та же гитара. Шаг за шагом идет за собой. Такт аккордом мелодии старой чуть колышется бант голубой. Такт аккордом мелодии старой чуть колышется бант голубой. Все как прежде, вот только белеет, поникает твоя голова. Только голос дрожит, не умея нанизать
на аккорды слова. Только голос дрожит, не умея нанизать на аккорды слова. А теперь даже песен не стало. Жизнь прошла, пронеслась стороной, но осталась вот эта гитара. Поздним вечером плакать со мной, но осталась вот эта гитара. Поздним вечером плакать со мной. Все как прежде, все та же гитара, шаг за шагом ведет за собой. В такт аккордам мелодии старой чуть колышет собаки голубой. В такт аккордам мелодии старой чуть колышет собаки голубой. Ну, что вам сказать, теноре мои сладкоголосые? Значит так, так дело не пойдет. В кои-то веке нам золотая рыбка организовала встречу с нашей молодостью. А мы что тут? Хор со слезой устраиваем. Так, все внимание на экран. Да. Выхожу я. Так. Молодой и чертовски обаятельный. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот по поводу этого, посетителя, вам не придется давать никаких пояснений. Это пан Гималайский, кузнец собственного несчастья. Да, он как пришел гималайским, так гималайским и остался. Простите, говорят, что я здесь могу найти и пана директора. Мало что говорят, это надо еще проверить. Что у вас? Пан директор, да. Я привез вам верблюда. Верблюда? А. О, хороший верблюд. Ну что ж, будем оформлять. Пожалуйста. Где документ? Пожалуйста. Так, будем. Так, направляем ваш цирк. А где второй верблюд? Что второй, пан директор? У самих был один, второго не было. Нет, как это не было? В документе ясно написано. Направляем ваш цирк, двугорбого верблюда и с ним гималайского. Двугорбую я видел. А где гималайской? Гималайским это я. Вы? Я. Вы что ж, хотите сказать, что вы верблюд? Какой верблюд? Что вы, пан директор? Это фамилия моя, здесь написано, ясно. Посылаем вам в цирк двугорбого. Двугорбого. Двугорбого и с ним? Ну. А, с маленькой буквы написали. Я говорю, фамилию мою с маленькой буквы. Посылаем двугорбого и с ним моя фамилия. Получается, что вы верблюд, да? Вот пишут, а? Действительно, получается. Плохо получается. Ну, почему? Я думаю, что здесь... Потому что в документе два верблюда числится, а в наличии один. Я понимаю, но я думаю, что здесь напутано. Но это же понятно. Это нам с вами понятно. Придет ревизор, начнет разбираться, двугорбый на месте, а где гималайской. Вот пойди и докажи, что гималайский не верблюд. У вас есть справка? Какая справка? Что вы не верблюд. Это как же, по-вашему, какой верблюд мне даст справку, что я не верблюд? Извини, что смеетесь? Мне не до смеха, пан верблюд, гималайский. Да. Но порядок есть порядок. Я понимаю, но я прошу вас оформить. Нет, пан... не могу. Ну что ж, человек в командировке, я ж суточные не получу. Я все-таки не верблюд, чтобы по две недели не пить, не есть. Нет, нет, не могу. Но вот посоветовать, понимаете, как верблюд, как человек гималайского могу, обратитесь к пану Вотрубе. Он у нас мастер по запутанным делам. Вон он за столиком. Идите, идите, пан верблюдов. Пан, что? Да что, пан? Добрый вечер.
пан Вотерман. Добрый вечер. Пан Вотерман, моя фамилия Ямалайский. Мне нужна справка. Знаю, слышал. Приходите завтра. Почему завтра? Пан Вот, я прошу заняться моим делом сегодня. Сегодня не могу, потому что у вас всех нужных справок нет. Почему нет? Что, у меня все нужные справки есть. Я, знаете, не первый год уже по командировкам мотаюсь. Я не первый год работаю, знаю, что всех нужных справок не бывает. Пан Вот, у меня все нужные справочки всегда с собой. Я, пан Вотерба, прошу заняться моим делом именно сегодня. Что же, понимаете, я все время хожу. Какая справочка вам нужна? Когда родились? Когда я родился? Я родился 10-го по-старому, 23-го по-новому, августа 28-го года. А справок? А вот, пожалуйста, прошу вас заняться моим делом сегодня, пан Вотерба. Это справочка, что я родился 10-го по-старому, это что 23-го по-новому. Это что августа, это что 28-го, это что года. Чем болели в детстве? Гриппом, ангиной, коклюшем, дифтеритом. А справки? А справочки это у меня здесь, пан Вотерба. Будьте добры, займемся моим делом. Это сказал, что болел грипп. Это что ангиной, это что коклюшем, это что дифтеритом, а это что я болел свинкой. А инфаркт у вас не было? Инфаркта, извините, и не было. Когда? А когда надо? В детстве. В детстве, пожалуйста. Это у меня детство вас мое интересует. Не было у меня инфаркта, не было инсульта, не было гипертонии. Так с этим вопросом... За границей были? Нет. Где именно? А нигде и не было. Расплывчатый ответ и нет подтверждающих документов. Это значит, нужно из каждой страны, где я не был, именно оттуда из каждой иметь справку, что я там и не был. Да! Пожалуйста, это у меня здесь. Это у меня справочка, что я не был в Японии, это что я не был в Австралии, это что я не был в Англии, Франции, Испании, Португалии, Дании, Швеции, Норвегии. А в Зинзибаре? Это здесь у меня... Справочка будет. А в Мозамбике? Мозамбик, это у меня здесь. А в это Азорских островах. Это но мне нужна справка. Это мы найдем. Нет, насчет... Это нет. Здесь. Но мне нужна справка. Ну почему? Это мы дошли. Не, ну подождите. Ну, вы же не дослушали до конца, какая именно справка мне нужна. На все случаи жизни. Пан Вотерба, у меня есть справки. В вашем деле. Я прошу вас оформить. Но мне все эти справки нужны в двух экземплярах. У меня здесь второго нет. У меня второй, вот он. Здесь, пан. А дома у жены, там у меня еще есть третий экземпляр. На всякий случай. А значит, вы женаты? Да. Поздравляю. Спасибо. Вот принесите справочку. Ага, вот у меня. Это вот у меня здесь справочка. Вот это вот справочка, что я женат. Вот это вот. А вот это вот, что на женщине. А вот у меня есть справочка, что я ее муж. Вот это вот здесь, вот эта справочка, что мы муж и жена. Так. Будьте добры. А на других женщинах вы не были женаты? Не был. Это хорошо. А справки есть? Какие? Что вы не были женаты на других лицах женского пола. Вот вы у каждой женщины возьмите справочку, что вы не были на ней женаты. И приходите завтра. Спартак Васильевич, ну, я надеюсь, что вы-то не бюрократ. Я-то нет. А что? Так я до сих пор своего верблюда не оформил. Я 15 лет с ним мотаюсь. Ну, а что же вы с ним мотаетесь? Справки все требуют. Я уж стал, вы знаете, справочной ходячей энциклопедии. Вот на все случаи жизни справки достал. Ну, так уж и на все, на да? Все. Ну, тогда хорошо. Ну, как говорится, сдвинулось, да? Да. Действительно, думаю, знаете, таких бюрократов, которых мы сейчас с вами высмеивали... Теперь таких уже нет. Да, таких бюрократов уже нет. Есть другие. А вы что хотите этим сказать? Да ничего не хочу сказать. Ну что, значит, будем оформлять? Конечно, да? Принесите справку. Какую? Ну, что нет бюрократов. Вы тогда приходите. А сейчас идите, погуляйте. Молодой вы наш и чертовски обаятельный. Я пошутил. Владимир Георгиевич, ну что, вы шуток не понимаете? Да, я вижу, отвыкли вы от шуток в нашем кабачке. О, смотрите, берите пример с меня. Ha!
bonito como tú, que no sabes ni la U. El gordito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter. Mi nombre es Pedro. Just a very, 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 very good show. Hey, chi, 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 ha, hey, chi, chi, oh, ha, hey, yo. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Pobrequito como tú, que no sabes ni la U. Pobrequito como tú. Que tú, que tú, que tú y que tú, borrequito como tú, que no sabes ni la jugada, borrequito como tú, yo sé más que tú, que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y borrequito como tú, que no sabes ni la jugada, borrequito como tú, yo sé más que tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes ni la jugada, pobrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y pobrequito como tú. Que no sabes ni la jugada, pobrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú. Más que tú, y más que tú, y borequito como tú. Que no está vestido, borequito como tú. Ну что? Браво. Ну что, ну есть еще шпорох порохарница? Ну, но если его немножко подсушить... Вы смотрели «Кабачок» 13 стульев. Вот так-то. Прощайте. Все, что я вам рассказал, написал Николай Васильевич Гоголь, рожденный 1 апреля 1809 года. Да, вы смотрели «Золотую рыбку» вот так-то. Мы оба прекрасны,
из нынешних лет. И оба не властны вернуться туда, где нас нет. Вернуться туда, где нас нет. При взгляде из нынешних лет, и оба не властны вернуться туда, где нас нет, вернуться туда, где нас нет.